последние 5 лет, ну даже 10, я вот много, даже не столько по Москве судил, а я ездил много по вузам областным. Был такой период, там, 3-4 года. И вот студенты, они как раз резко отошли от радикальной такой агрессивной позиции. Они стали просить, чтобы объясните, что происходит. И они очень, этот лекции там, это замечательно просто. По 4 часа были, и вот они вопросы все. При этом собирались это в каком-то большом доме культуры там городского, из всех. И это были группы студентов всех политических оттенков. Нацболы, там, КПРФ, вот то самое, какая-то был правый, я вот забыл, как назывался, вот правый тоже. И когда вот возникал, так сказать, разговор о наших ресурсах и угрозах, они все становились вообще одинаковыми. Никакой у них не было столкновения вот этих идеологических, а они хотели понять, вот что действительно, так сказать, нас ждет. Вот. А вот сейчас, ну я сейчас только в МГУ, это там студенты все-таки немножечко так элитарного типа. Я бы сказал, что они напуганы все. Но если еще там в 2010 году, в 2011, когда, помните, были вот эти митинги, они были, так сказать, как-то возбуждены. Вот пусть и рают. Они были возбуждены и думали, что вот с этими перформансами можно что-то пробить. И, ну, я бы сказал, такое вот немножечко инфантильное было такое озорство и такая наглость. Вот после 2012 года, особенно вот сейчас 2013 год, вот то, что с Украины они видны, это все у них отпало, ну, может быть, на время, да? Но у них виден вот страх. Вот аудитория сидит, большая аудитория, да, понимаете, и они все. Видно, что они страдают.